Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который обвиняется в убийстве 4 молодых женщин. Речь об ивановском маньяке, который орудовал с июня 2010 по май 2011 года. 8 лет назад в лесных массивах Ивановского района, близ населенных пунктов, были найдены тела девушек с ранами на шее или следами удушения. Кроме того, специалисты отмечали признаки сексуального насилия. Многолетняя совместная работа следователей и полицейских позволила установить личность нападавшего. 39-летнего мужчину задержали на территории Вологодской области 24 октября, после чего доставили в Иваново. По результатам экспертных исследований было установлено, что все преступления совершены одним и тем же лицом. Личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый уроженец Ивановской области 1979 года рождения, который был задержан сотрудниками полиции в городе Череповце. В отношении подозреваемого судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.